Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 6 мая. У нашего красавца день рождения. Ему 3 года. У нас сегодня день волонтеров. И Дима помогает тащить барашку. Для всех здесь, в этом вольере. Приехал, помогаю. Сейчас граблим все. Там Полина, Ахмед, Эльбрус Медиа. И где у нас Денис? И Денис где-то. Вон кабанчики тоже хотят барашку. Сейчас за тобой закрою, подожди. На замок. Ты хочешь с ним там остаться? Да не особо. Я думаю, тебе надо, да, как-то откинуть. Давай я их уберу, наверное. Давай. Давай? Точно? Все уже, джим-джимкает. Да ладно, ладно. О! Смотри, он на тебя тоже бычит-то. Че, барашка? Ох, барашка, какой тебе. Он защищает, смотри как. Да всем хватит вам. Сейчас будут его чистить сначала, а потом уже есть. Может еще пометить, кстати. Обваливаться будет как запах. Он не знаю, кстати, но должны вообще. Ну, Ария вообще молодец, смотри, самая активная. Видишь, Ария хвост поджала. Это она братишке поджала хвост. Показывает ему, что она как бы претендует, но не на все 100%. Но он там рвет его конкретно. Ария, не подавись. А он, видишь, осторожничает, может, из-за зубов. Нифига тут папарацци у всех. Может, оттуда поближе можно заснять будет. Ну-ка, Денис, сейчас его погладь. Что-то давится, давится шерстью. Щелк зубами. Ария, тихо, тихо. А, вон голова, я думал, головы нет. Есть голова. Он еще до конца не разморозился, но со вчерашнего дня размораживается. Они голову лосиную и... Он целится на меня. Голову лосиную и лошадиную просто оставляют только зубы. Да. Ну вот эта передняя часть. Кушают, а чистят чисто, да? Ну сейчас ее растаскаю, да, разделаю. Чувствуешь запах, как начал пахнуть? Баран? Да, да. Ну да. Там Ария разорвала. Вот она единственная, кто до мяса добралась. Да там горло порезано было, потому что... А вчера кормили? Я кормил, да. Ну, я кормил цыплятами. Сыты, может? Ну, они никогда не сыты. Интересно, если зайти и начать объем... Не-не-не, Ария. На братиша. Это что за дракон вообще?
это сделать. Какая у них иерархия. Акела бы всех начал отгонять, а братиш делится. Да, братиш делится, кстати. Акела бы сам бы пока не нажрался бы и потом бы спал возле души, как он это делал. Ну, у Арии очень... Нельзя, нельзя. Тихо. А братиш там кричит. Они каждый свою точку получит. А сейчас он и его прикусит будет. Да, ну, да. Лезть, если... Братишка, будь поосторожней, через зубок, наверное. Я не помню, мы им тушу барана давали когда-либо. По-моему, давал я. Давали. Не, это был не баран, это нога коня была. Нет, тушку тоже, по-моему, давали, покупали. Вон, подчинение идет, Оскар. Ария, молодец, хорошая, прям молодец, умница. Братишка ножки грызет. Че из-за зубов? У него нормальные зубы вон. Ну, Ария, вон как активно хавает. У нас работа на тракторе. Пока братишка там с Арией разделывают барана. Здесь вот ребята работают. Граблят все. Там у нас тайга, пересадил ее, куба потекла, в общем, отсадил от балта ее, и вот сейчас уже вот здесь практически расчистил, осталось немного вот здесь убрать, и потом ту кучу еще разворотить, и все попосыпать под вольерами. В общем, день подходит к концу. Братишка что-то конкретно злой на меня. Как обычно, вот здесь они распотрошили барашку. Ария сейчас грызет ножку свиную. Всем раздали. Им тоже я по одной дал, так для зубчиков, чтобы подточили. Вон тушу чуть разделали. Вон так ее едят. Брезгливо. Да? Братиш, брезгливо ешь? Вон там петруха. Кишки. Не особо, скажи. Чё-то решил пугать меня? Сделают, я думаю, завтра уже
к вечеру 100% ничего не останется. Смотрите, что он делает. Молниеносная реакция у него. Молния. Вон все грызут. У нас уже листья распустились. Вон на березке. Сегодня работали. Я чуть приболел. Здесь уже ямы, кстати, все выкопаны. Под озеленение. Какой-то пацан с леса вышел. И думаю, как он вообще здесь оказался, откуда он. Ну, в общем, вот подкидывали, это все надо разгребать, деревяшки отдельно, землю расфасовывать под вольеры. В общем, делов еще ой-ой-ой-ой-ой, очень много. И, скорее всего, может быть, там будут землю выкупать под Икею товары или что-то такое. Я только думал, чтобы или там у друзей, или у родственников, или у кого-нибудь попросить, чтобы выкупили этот участок. А то этот сосед его перекупил. И, в общем, чтобы никто там не строился с той стороны. Того-то я знаю соседа. А, ну, он там бурильщик, буре-скважина. А тут не хочется, чтобы какой-то стоял рядом склады, цехи еще какие-то. Поэтому хотел вот думать насчет выкупа. Чтобы кто-то из своих знакомых выкупил, и потом я уже мог отдать, перекупить эту землю. Что у меня до дороги, это второй гектар вот есть. А вот с этой стороны тут как раз лес гектара. И не хотелось бы прям вообще, чтобы тут какие-то рядом склады были. Тем более он сказал, все будет убирать подчистую. Как поле оставлять, асфальтировать, все там делать. Под европейские стандарты, как он мне сказал. Ну не знаю. Хочется, чтобы вот этот лес остался, зелени, чтобы больше было. Чтобы все-таки... Ну, это... О, кто там сидит? Не видно отсюда, не тянет телефон. Птичка какая-то интересная. Типа маленького сокола. Ну, в общем, когда зелени много, очень хорошо. И воздух чище, ну и вообще и запахи другие. Вот сегодня все это уже убрал, эти все кучи. Чуть осталось, надо разметки делать, ямы, в общем, все делать. Еще работы дофига и больше, как говорится. Еще эту кучу надо, что-то с этой кучей сделать, дров. Полные видео выходят на Boosty канал. Кому интересно, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Спасибо всем за подписку. Не забываем, как говорится, ставить лайк, колокольчик и писать свой комментарий. Всем спасибо. Всем, в общем, добра.